церковь, такая маленькая церковь. Всем привет, забыла поздороваться, всем привет-привет. Въезжаем во двор. Тут стоят мальчики. Мальчики вас пропускают, соответственно. Еду я. Ух ты, пух ты, какая красота. Саш, ешь, едь потише. Чуть-чуть, вот. Ой-ой-ой-ой. Ой, какая дальше какая красота. Так, клематис уже отцвел. Ну, розы тоже уже в основном-то отцветают. Скажу я вам, отцветают, отцветают розочки. У-у-у, какие. Так, давай я сойду, что ли? А ты вот там вот развернись, окей? Давай. Так. Выходим. Какая красота. Смотрите, какие розочки. Ой-ой. Так, пришла я вообще-то посмотреть. Тут я брала принца Монако. А найду я его или нет, я не знаю. Так, маленькие вот такие у меня есть. Так, розы. Почем розы? Ну, 655 рублей. Как были, так и остались. Да, гибридные 655. Навряд ли я найду принца Монако. Принц Монако прям тебе на дороге не валяется. Да, желтенькие, почвопокровочка, желтенькая, такой у меня нету. Так, да, не найду я принца, не найду, красненькие. Так, что тут осталось и кто это такая красоточка? А красоточка. Так, иди сюда. Знаете, ничего не видно. Чайно гибридная. Double Delight. Двойное удовольствие. А что? Очень хорошая. Очень красивая. Есть она у меня, только кое-как развивается. Очень плохенько. Может быть, даже я ее возьму. Double Delight. Так, а вот эти, они тоже по той же цене или нет? Я не знаю. Так, ну вот такие, не помню, есть или нету. Так, ну что ж, будем искать принца. Дон Жуан. А такой Дон Жуан я не знаю. Так. Грандифлора Вестерленд у меня есть. Роза почвопокровная с Ваней есть. Ой, с Ваней, какая это роза. А, это нечто. Так, ну что ж, будем искать. Будем. Так, роза плетистая. Казино. Ой, тоже прекрасная роза вообще. Так, ну тут плетистые, я так поняла, остались. Так, двойное удовольствие запомнила где. Так, ты кто? Ты кто? Вестерленд? Нет, мне Вестерленд не нужен. Ох-ох-ох. И по 1000 рублей штамбики. Вот такие вот штамбики, невысокие, но штамбами не увлекаюсь, потому как не знаю, как с ними вообще работать. Отцвели они уже почти все, вот такие штамбики мелких цветковых розочек. Так, посмотрю-ка я, что тут у нас с хосточками. Соседка по клумбе так хотела хосту с желтенькими листиками. А нету, тут все с беленькими. Да, зелененькие, беленькие. О чем они, я даже не знаю. Так, ну... Тут они по хосте 305 рублей. Так, где ты? Вот. 305 рублей, да. Угу. Ну, недорого. В очень хорошем состоянии. Подросшем, очень подросшем, переросшем, так сказать, состоянии. Так, ну что ж, наверное,
Наверное, я сегодня ничего не куплю. А, нет, пойду я еще по Покровнике посмотрю. Так. Почем вот эти? Вот такой у меня точно нету. Почем? 230 рублей. Вот такая вот 230. С такими вот листиками взять, что ли? С красненькими у меня точно нет. За 230 рубликов, да? Ну-ка иди сюда, красоточка. Хороший. Да? Или вот эту. Я даже не знаю, какую взять. Вот. Или вот эту. Да. Одну возьму, конечно, пожалуй. Роз, наверное, я не буду сегодня брать. Так, что еще за розочки вот здесь вот? Бадан, я так поняла, да? Точно бадан. Так, вот 190 рублей, 198. Так, розы. Что за розы? Чайно гибридная, 655. Так, вот это вот, что за розы сломали я? О, это у меня есть. Это у меня есть такая роза, и называется она Фарибонда. Так, как ты называешься? Смотри, не высвечивайте все. Все засвечено. Фарибонда Пасадена. Пасадена. Ну ладно. Так. Ферди. Пасадена. Короче, нету принца Монако. Так, пойду еще по кровничке посмотрю я. По-быстрому. Так, такие у меня есть очиток. Едкий. Так, очиток камчатский у меня есть, 250 рублей. Так, эхинацея у меня есть, растет. Ну и все, ничего такого тут больше нету. Да. Так, это кто? Фестука овечья, 189 рублей. Есть такое, но я не знаю, овсяница, у меня называется овсяница. Тут называется фестука. Так, кошачьи. Лапка. 250 рублей. Что за кошачья лапка такая? Так. Вот такая вот кошачья лапка. Так. Мокдиния. Россия. 215 рублей. Мокдиния. Господи, чего только нету. Я вам расскажу и скажу и покажу. Манжетка мягкая. Манжетка 230 или 330. А что это за такая манжетка? Ну что, красивые листики. Манжетка мягкая, 230 рублей, да. Цветет, наверное, красиво. Ну, не знаю, взять, что ли, эту манжетку. Такая-то кто герань? Кроваво-красная. Ну, не знаю, или герань. Вообще, я видела, как герань цветет дикая у меня. Очень замечательно. Лучше гераньку возьму. Что за такая манжетка, а? Ладно, возьму еще и манжетку. Господи. Так, все. Все покупки забираю. И идем оплачивать. Так, а вот это что за герань? Видно, что герань, да? Да, герань лесная, 290. Ой, в лесу-то я накопаю их. И бесплатно. Так, ну что, где мой цветочек? Идем оплачивать. Все, идем оплачивать. Так, ну что ж, всем пока. Спасибо за просмотр.